Началась аудиозапись. Турнир. 45 человек. Мое место 5. Туз, дама, ва-банк. Ва-банк. Зря думаете, ва-банк играете все. Надеюсь, никто не ответит. О, двое. О, я выиграл. Почти. Выиграл. Ура! Ну, теперь можно тусоваться. Так можно сделать. Четверочка, да, не хватает. Пять, шесть, семь. Либо девятка. Десятка нет. Нет. У кого-то слит. Да. Я тут проиграл. Или двойка. Очень слабая комбинация. Очень слабые карты. Поскольку у меня много фишек, 3110, я могу сейчас расслабиться и ждать максимальных карт. Если я буду получать максимальные карты, играть с ними, то это увеличит мои шансы на выживание. Король 2 тоже слабая карта. Ниже среднего. Повышать ставки я не буду. Скидываю. О! Флэш. У кого-то. Сейчас узнаем, у кого. У него. Валет десятка. Очень хорошая карта. Нет, рисковать не буду.
Отлично. Девяточка и стрит. Если была девятка, был бы стрит. Дам, ну дама. С дамами нам делать нечего. Мы тут проиграли. Десять девять. Карта немного выше среднего. Играть не буду. Рисковать незачем. Ну, две десятки было. Нет, 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 нет. И не уговаривайте. Я на кухне. Так значит, надо закрыть окна. Видишь? Что, Димон? Ты тут не нужен. Димочка, не плачь, иди все отсюда. Будет хорошо. Сейчас ремня получит и все будет хорошо. Очки подними, через которые ты переступаешь. Они денег стоят. Сейчас ремня в пиндюлю и все будет замечательно, что ты переживаешь. Сегодня Диму ждет ремень. Большой мамин ремень, железной пряжкой. Вот прямо сейчас разденемся. За то, что плачет на улице, когда мороз, требует машинки всякие в каждом магазине. Дима, ну в каждом магазине не надо машинки требовать. Мамус. А машинки требуют, тянет за собой в каждом магазине каждый день. Невозможно зайти в магазин. Дима требует игрушки. Кто играет? Валяются на полу, никто не играет. Ударит три человека. Мне зачем эти игрушки? Мне не нужны. Поэтому Диму сейчас идет ремень. Что делать? Мама не знает, как воспитывать Диму, который требует игрушки постоянно. Прям требует. Две десятки. Очень слабо. Очень слабо. Что очень слабо? Карты слабые. Запах долго будет стоять? Еще немного. У тебя есть вообще-то это, крышка. Почему ты не накрыл? Чек, чё, чек. Я бы так не стал играть со своими картами.
7 дама. Карта немножко выше среднего. Один вылетел по техническим причинам. Мое место 8. Призовое место 7. Нужно мне еще раз сыграть на ва-банк где-то. Но не сейчас. Теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Ну давайте посмотрим. Посмотрели. У дама. Но флеша нет. У кого-то флеш. 6-7. Флэш у человека. Например, с королем. Не покажет. 2-5 фолд. Делать нечего. Я в турнир поиграю немного, 10 минут. У кого-то стоит 9-10, валет, дама. Либо восьмерка, либо король. Сбросил. Карты слабые. Игроков много. На 5 картах 2 двойки очень плохо. У кого-то флеш. Туз тройка, туз дама. 2 пары. Карты слабые, не играю. Незачем рисковать. 7 место призовое. Ты девятки на 5 картах тоже очень слабая комбинация. На каждой палатке, в каждом магазине. Правильно? Угу, правильно. Девочка. Мама правильно говорит? Нет.
Так, на ценничек поставить. Теперь ты тоже нехороший. Хоть это радует. Теперь мы оба нехорошие. Дима пойдет, карта, наверное, хорошая. К соседям. А? Карта хорошая, но рисковать не буду. К соседям? Кто к соседям пойдет? Дима. Димон к соседям пойдет? Ну мы же плохие. А, мы где-то плохие. Где-то же есть хорошие люди, понимаешь? Угу. А ты и я, мы нехорошие. Ай-яй-яй. Зачем нам Димочку тут держать? Пусть идет по своим делам. Крупным. Тут дама. Тут дама. Валет. Фу, короткое. Железо нельзя греть. Какое железо? Уймись. Вот это. Уймись, говорю, какое железо? На. Горячее? А, нет. Что ты орешь? Флэш слабый. Какое железо? Пас. Какое? Хлопнуло что-то в микроволновке. Ну и что? Ну и что? Сгорит микроволновка последняя. Ой, дурак. Что делать будет? Понимаешь? Какое железо? Какое-то. Ну и что? Дурак. Ремень тебя ждет. Зайдешь в комнату, ремень, а потом будем разговаривать. Фухаус общий. Нехорошие родители, иди ищи хороших. Это я папу обозвал. Иди, ты и меня обозвал. Нет. Ага. Я не обозвал, я папу. Меня ты тоже обозвал. Меня ты еще в магазине обозвал. Все, иди. Мне такой сын тоже не нужен. Ремень тебя ждет в любом случае. За то, что плачешь на улице и машинки требуешь на каждом углу. У меня денег нет, а ты машинки не требуешь. Мама, денег только на еду есть. А это что? Это заварка. Можно ее подымать в посуду? Можно, только не чашки не убирай. А кто внутри? Заварка. Ты же спросил уже. Видишь, как много? Это они так разварились. Это заварка, это чаек. Мама чуть-чуть засыпает, а они так развариваются. Да. Но это не игрушка для тебя. Дима, тебе нельзя смотреть. Выключи. Ты уже добился своего, что компьютер будет выключен. Куда, куда? Камеру не трогай, это камера. Зачем это? Снимает видео. Ушел от окна. Это что? Это сгущенка. Буду. Не будешь. Буду. Ремень будешь. Я не шучу. Я ее ел. Я не шучу. Сначала ремень, потом разговор. Кстати, Бусик мяукал. Естественно, он умеет мяукать. Это же кот. Это он плакал, значит. Да, от тебя он плакал. Нет. Что коту в квартиру попал. Уйди от окна. И, кстати, это магнит из Макдональдса. Замечательно. Дим, так. Я сам. Не смотри, не смотри. Выключи. Выключи. Выключил. Ты приучил сам. Так же, как и кота. Кота приучил кусаться, теперь он тебя кусает. Дима, у меня турнир. Дима, а у меня турнир. Меня не волнует. Меня вообще не волнует. А это что? Это мое все. Пока. Твой. Мама тебе не разрешает смотреть. Смотри, приучил ребенка, вот теперь ты не будешь играть. Ниже среднего.
чуть ниже среднего. Буду ждать. Что-то еще. Это покер. Тебе нельзя это играть. Для взрослых. Все, все. Мама не разрешает. Почти флеш. Это игра. Это хорошая карта. Не гарантирующая ничего. Слабо. Нет, спасибо. Валет. Ва-банк. Или незачем. Не буду рисковать. Незачем рисковать. Два туза. Лучше сбросить. Два туза — это очень слабо. Нет.
Вот как все сложилось. Тимофей, ходи нам в магазин. Сейчас турнир закончится, 5 минут, ну 10 минут. За трубочкой. Через 10 минут. Что? Я с тобой, он не найдет. Найдет, мы ему скажем, он найдет. Ну, либо трубочки сегодня, либо тогда со мной завтра. Ладно, понял. Ты кого звонит? А какого они там еще цвета? Есть коричневый, это шоколад. Розовый это клубника, наверное. Золото это банан, а я хочу клубнику розовый посерединке. Стрит. Он помнит телефон, говорит. Нет. У меня телефон занят сейчас, на данный момент. Он не сядет? Я на телефоне звук записываю. А телефон у него не работает, не надо. Нет, работает. Я в него играл. Вчера, а сегодня не работает, он на нем занят. Сегодня не работает. Я на него звук пишу. Сегодня. Вас пока могу играть, значит, можно мне телефон сейчас. Это покер. Вас покер играть, значит, телефон тогда. А ему телефон нужен, он вместе с этим покер. Я не могу забрать, у него телефон. Нет. Нет. Папа, пожалуйста. Димой. Дима, а ты еще ничего дома не сделал? Ни логопедом не позанимался, ни покушал. Ну, я еще сегодня пока поиграю там в гонки. Сам. Мне не нужна помощь. Сейчас папа закончит, пойдет за трубочками, и ты поиграешь. Хорошо, Тимофей? Да, да. Не подсматривай, мама не разрешает. Ну, 5 минут пусть постоит. Если 5 минут. Ой. Что, полчаса? Ну, если я проиграю, то 5 минут. А если ты не проиграешь, ты сказал... То минут 10, то... Высокие ставки, я не знаю, что делать. А, то есть ты деньги туда проиграл? Нет. У меня деньги закончились на это. То есть ты проигрывал? Нет, я в это я не играл. Уже 2-3 года. Я на деньги не играл давно. Папа, иди в магазин. Иди. Дима, тебе сказали, доиграй, ты пойдешь. Да играю. Не пойдет вообще. Что не так? Не слышно меня? Можно я попробую? Нет. Я для взрослых. Для тех, у кого есть терпение. Игра. О, карта выше среднего. Ва-банк пошел. Не пойду. Папа. Что? Закрыли рты, надоели оба. Один мозг вынес за вечер, и второй такой же большой. Карта выше среднего. Угомонитесь оба уже. Нельзя маму так доставать. Сегодня кушаем гречку со сметаной и с мясом, Дим. Ладно? Ладно. Логопед сегодня обязательно. О! Карта очень плохая. Почему? Потому что 2 туза это слабо. Это тоже слабая карта.
соли маловато. Не нажимай ничего ты. Ты долго играешь. Ты уже без меня в это играл. Король 5. Чуть-чуть выше среднего. Придется отступить. О, под долгой игрой. Минут 10. Че? Сейчас вот выиграю сейчас турнир. А когда? Минут через 10. Неа. Нет, папа, пожалуйста. Не надо ничего нажимать. Поставь на паузу. Это на паузу не ставится. Это в интернете у меня онлайн игра. Прямая, прямой эфир. Дим, тебе что сказали? Закончи ты все, чего ты требуешь? Год без недолго. Меня. Недолго. Я без тебя тут почти не играл. Хватит. Ничего недолго. Не командуй. Я вообще против игр на телефоне и на компьютере. А можно мне сгущенку? Можно? Я сама тебе дам. Я уже ел такой на ужине, когда оставался на него. И ты после его забила. Мне такой ел. Ну? Выиграл. Это лучше. Сейчас выиграю, наверное. Вкусно. Конечно. Сколько? Мне стало? Хватит. Хватит. Яичко с мясом сейчас покушаем. И с яичком со сметаной, хорошо? Слопа, ну быстрее. Дима, уговора не было играть в компьютер. Хватит там торчать. Ай-яй-яй. Вообще ты босиком стоишь на холодном полу. Сядь к папе на колени хотя бы. О, ну-ка, забери его на колени. Нет. Почему? Да, на колени? Ну ладно. А что, не будешь? Нет, я все у нас. Потому что он стоит на холодном полу. И ноги холодные. Ладно, я нажму. Стоп, папа. Как тебе колготки новые? Нравится. Нравится? Ты вот это не ешь, папина. Фу, там жук плавает. Это не жук. А что? Гусеница. Мясо? Мясо. Жучье мясо. А что теперь, папа? Кстати, для тебя еды полно здесь. О, победы нет у нас. Проиграли. Почему? Проиграли. Потому, спасибо. Все. Останавливаю запись. Все, проиграл? Проду. Иди. Просадил. Наконец-то. Я так и знала. Бестолковый в этих делах. Играл раньше на деньги? Чуть-чуть. Ну, и, три года назад. Это было три года назад. Элементы? Нет, конечно. Все, давай меня.